В столице Азербайджана также проходит 11-я международная зерновая торговая конференция. Наша съемочная группа также отслеживает работу мероприятия. И сейчас на связь со студией выходит наш корреспондент Фуад Байрамов. Здравствуйте, Фуад. Как проходит конференция и какие темы в центре внимания? Здравствуйте, Эсли. Основными темами панельных сессий 11-й международной зерновой торговой конференции стали новые вызовы продовольственной безопасности, рынок зерна, долгосрочные тренды, возможности для Каспийского и Черноморского субрегиона, перспективы развития зерновой торговли и многие другие. Также с целью дальнейшего стимулирования частного сектора в рамках конференции организованы встречи в формате B2B. А в мероприятии приняло большое количество предпринимателей. Их общее число достигло 200. Они представляют разные сферы. Сферу торговли, кредитования, инвестиций, логистики и многое другое. Мы продолжим мониторить работу конференции и к 3 часам постараемся дать более комплексную и точную информацию о ходе работы конференции.